Инклюзивный фестиваль собрал детей с синдромом Дауна из различных стран, таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию. Таджикистан! Самарканд! Мероприятие объединило творчество и инклюзию. Солнечные дети, их более 100, представили свои работы в живописи, ремеслах, кино и театре. Очень благодарна стране Узбекистан за, в принципе, за то, что они очень открытые, очень добрые, очень отзывчивые. Мы ежегодно приезжаем и наблюдаем, что количество стран увеличивается, количество участников увеличивается. Это говорит о том, что данные площадки необходимы, такие мероприятия создавать, больше возможности давать нашим особенным детям для развития. В Узбекистане последовательно реализуется работа по созданию соответствующих условий и пространства, где каждый будет чувствовать внимание со стороны государства, иметь возможности для самореализации. В числе приоритетных направлений – укрепление гарантий прав людей с особыми потребностями, инклюзивное развитие, а также беспрепятственное участие лиц с инвалидностью во всех сферах жизни и деятельности общества. У нас есть проект по инклюзивному туризму, Ground Tourism называется. В рамках этого проекта мы сотрудничаем по туризму. То есть мы хотим развивать, чтобы ваши дети приезжали к нам в Казахстан, в Узбекистан приезжали ежегодно, а также наши особенные дети. Мы должны дружить, мы должны создавать большую, хорошую платформу для создания лучших традиций и сохранения лучших всех достопримечательностей. Инклюзивный фестиваль продолжит свою работу и завтра. По его итогам каждый участник будет отмечен наградами и получит диплом.